Представляем вашему вниманию открытый урок с учащимися детской школы искусств номер 1 города Ельца Перегудовой Варвары 7 класс и Ефремовой Анастасии 8 класс. Тема урока – работа в дуэте скрипачей над произведением Иоганнеса Брамса «Венгерский танец номер 5». Итак, мы начнем наш урок с уже пройденного произведения. Мы его исполним. Это концерт ре минор для двух скрипок, первая часть, композитор Иоганн Себастьян Бах. Пожалуйста, девочки. Давайте немножечко расскажем факты из биографии
Иоганн Збрамс, пожалуйста. Иоганн Збрамс родился 7 мая 1833 года в городе Гамбург. Он является немецким композитором и пианистом, и также одним из центральных представителей эпохи романтизма. В 7 лет мальчика отдали талантливому пианисту Отто Косселе, который научил маленького Брамса не только правильно играть на фортепиано, но он помог осознать теорию музыки и проникнуться в саму музыку. Благодаря Отто Косселю маленький Брамс выступал на многих концертах, где играл популярные произведения Бетховена и Моцарта. Хорошо, а что же послужило написанию венгерских танцев? Венгерские танцы Брамса – это одно из самых популярных и эффектных сочинений композитора. Их появление было связано с творческим союзом Брамса и венгерского скрипача Эдера Меньи. Выступая с Ременьи, Брамс проникался красотой венгерских народных мелодий, которые входили в репертуар скрипача. Впоследствии это нашло отражение в творчестве Брамса, в его знаменитых венгерских танцах, где он использовал характерные мелодические обороты и ритмы венгерской народной музыки. Народные напевы, которые так часто исполнялись на гастролях Брамса и Ремии, они даже не были записаны, они были симпровизированы. И впоследствии это и стали знаменитыми венгерскими танцами. Спустя 16 лет композитор решается написать 10 танцев для фортепиано в 4 руки, а спустя еще один год он дописывает еще 11 танцев. В 1869 году именно венгерские танцы и переносят огромную популярность композитора. Да, но эти танцы были написаны для фортепиано, а мы с вами исполняем на скрипке и фортепиано. Да? Следует отметить, что творчество Ременьи и Брамса, союз их, длился очень недолго, потому что композитор отмечал в музыканте такие качества, как... Какие были нехорошие качества? Лицемерие, притворство, да. А Брамс ценил в людях искренность и доброжелательность и требовал к себе точно такого же отношения. Поэтому союз их распался, и во время поездки в Ганновер он познакомился со скрипачом Йозефом Йоахимом. И вот как раз этот скрипач и сделал виртуозную обработку нескольких венгерских танцев, один из которых сегодня мы с вами будем исполнять и работать над ним. И еще хочу заметить, что именно Йоахим был верен Брамсу до конца своих дней жизни. Этот факт учтите, мотайте на ус. В основе венгерских танцев лежит направление венгерской музыки вербункош. Истоки стиля вербункош лежат в одноименном танце, название которого означает вербовка. Да, вербовка – это... вербовали юношей венгров в венгерскую армию, и с психологической точки зрения это было оставлено очень идеально. На площади звучала громкая ритмичная музыка, вахмистр сабли, ну, по-русски офицер, вовлекал всех в общий динамичный танец, и юноши настолько возбуждались, особенно юноши из деревень, что они вовлекались в этот танец, и уже участие в кругу этого танца означало уже вербовку. А кто же исполнял у нас в старинное время вербункош и какие инструменты были? Музыку для вербункоша в основном исполняли цыгане, которые смешали в одном танце венгерские, цыганские, южнославянские, румынские, немецкие и итальянские ритмы. Естественно, основой звукового ряда является цыганская ритмика и чудная орнаметика, то есть украшение. А в музыке хорошо переплетается быстрый и медленный темп, присутствует импровизация. Инструментами для сопровождения вербункоша являются две скрипки, цимбалы и контрабас. Виртуозное исполнение, включающее в себя демонстрацию неистовой мужской силы и красоты, как раз под стать цыганской музыке. Этот танец – прародитель всемирно известного венгерского танца чатыш. Да, и как раз вот чатыш мы с тобой недавно исполняем, учили, он тебе знаком, а с Настей мы учим венгерскую мелодию, ой, румынскую мелодию, да, тоже. Близко по характеру и по строению, к этим произведениям. Что же лежит в основе венгерских танцев? Чем характерны они? В венгерских танцах звучат характерные мелодические обороты и ритмические фигуры, которые сразу узнаются на слух. Это интонация венгерского танца чатыша. Это слово произошло от трактир или корчма. Венгерские корчмы – это своеобразные клубы, где собирался народ и танцевал.
Чардаш придумали не в придворной или крестьянской среде, а в городе в начале 19 века, благодаря вербункошу. Танец состоит из двух частей, довольно медленного патетического лошана и стремительной огневой фришки. Филигранность и живность венгерских танцев показывают нам колорит страны. Перед нами оживают улицы Будапешта и люди. В ярких красках показывается быт этого свободного народа. Ну и вот сейчас мы с вами рассказали об истории создания венгерских танцев. Следует отметить, что венгерский танец номер 5 – это самая яркая, красочная и знаменитая композиция из всех венгерских танцев. И изначально Брамс думал, что это народная мелодия, но потом выяснилось, что это Чардаш, композитор Беллы Келлера. Сейчас мы его с вами исполним, ну а потом детально поработаем над тем, что у нас недостает в вашем исполнении. Что же подчеркивает, чем подчеркивает Брамс вот эту энергетику?
Пунктирный ритм, да, это придает музыкальному узору остроты и динамики, пунктирный ритм. А именно вот эту безудержную энергию. Смена темпов, да. Какая смена темпов здесь? Резкая смена темпов, да. Правильно. Ну, давайте мы сейчас с вами перейдем, начнем с первой части. Первая часть аллегро у нас. Аллегро это как играется? Да, весело и скоро, да? Весело и скоро. Потом, какой мы термин здесь видим, что у нас? Феромен, да, переводится как гордо, да. Гордо на форте, но не забывайте, вообще эта пьеса какая у нас? Легкая или тяжелая? Легкая, легкая, да. А какие переживания у нас возникают, что мы представляем себе, когда слышим эту музыку? Большую площадь, танцуют парни и девушки. Весело. Да, их вместе с счастьем, да, и энергией молодости. Да, хорошо. Вот это тоже все надо учитывать. У вас сейчас это было, конечно, по слогам. Можно немножечко для легкости добавить темп. Сейчас мы его добавим с вами. Так, потом же что мы здесь видим с вами? Акценты. Вот акцентов вообще я сейчас не слышала у вас. Вилочки, да, верхние нотки, да, вершинную вилочку делаем. 16-й легче играть и одновременно. Да? И у нас сразу мы, ну, уже давно определились, кто у нас командует в ансамбле, команда у нас Варя. Все время должно присутствовать чувство локтя у вас. То есть у вас сейчас трио. Варя, Андрей Владимирович тоже должен чувствовать. Вообще демонстрируйте свои намерения концертмейстеру, да? Вот это тоже все учитываем. Давайте мы сейчас сыграем сначала и до цели сейчас с вами сыграем. Сейчас вот этот кусочек играем и смотрим, над чем будем работать. Можно добавить темп. Добавить темп, да. Варя вот так показывает. Горошинки такие.
часть у нас С. Какая же она у нас по характеру? Торжественная, да? Магнетичная, у нас есть танец магнетичная, да? По характеру торжественная. Давайте мы сейчас ее исполним до Д. И посмотрим, над чем мы здесь с вами поработаем. Тоже очень много интересного. Вот, сейчас лучше, сейчас гораздо лучше, легче, не надо тяжелеть. Вот у вас
А теперь нам надо отработать вот одновременный переход. То есть резкая смена темпа у нас получается, да, и динамики. Давайте мы отработаем. Давайте вот до-до-ре-до. Это у нас получается шестой такт. Да, давайте, девочки. Варя. Модуляция и темп. Вивачи темп. Живо, да.
И очень легко и изящно эту часть нам, да, совершенно другой. То есть это у нас середина контрастная, да? Но несмотря на то, что она контрастная, она очень органично вписывается во всю композицию. Вот сейчас легко, ну попробуйте сыграть. Давайте мы сыграем до репризы. То есть два раза репризы сыграем, а не на ночь. Вот. Thank you.
и слушайте друг друга. Давайте с реприза два раза играем. А давайте целиком вот этот весь мажорный эпизод мы сыграем.
Девочки, ну мы сейчас снова не будем, в принципе, мы над этим уже с вами работали. Давайте только повторим, вот эти все импульсивные эпизоды мы как будем играть, которые на форте звучат, как они у нас должны? Давайте охарактеризуйте. Энергично. Жизнелюбиво, пылко, страстно, да. Ну а в целом, да, если это какой грустно, наверное, да, вот так грустно играете, с такими грустными лицами, наверное, грустно, да? А какой по-детски, скажите, конечно, веселый, ну что, веселый, энергичный, лицами показывайте, будьте артистами. Так, и хотелось бы, давайте мы вот эти последние аккордики сыграем. Не надо их сильно не тяните, несмотря на то, что здесь форсата, они играются легко. Вот, Андрей Владимирович, три последних аккорда ты сейчас сыграешь. И с форсата делаем не на нижние ноты, а на верхние, да? Та-дам, 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 да? Давайте делаем. Значит, все-таки не хрюкать. Руку правую освободите. Да, ну ничего, хорошо. Сейчас было лучше. Но вот сегодня мы с вами поработали, сейчас мы с вами исполним целиком это произведение. Пожалуйста, проникнитесь в каждую ноту, представьте вот эту всю обстановку. Столько было рассказано уже на эту тему, не зря же вы готовили столько к нашему сегодняшнему уроку. Это бесследно не должно пройти. И потом в будущем, когда вы будете, там еще не есть танцы венгерские для переложения для скрипки, будете исполнять, вы должны об этом помнить. Я думаю, вы надолго, на всю жизнь запомните. Так, сейчас давайте пультики отставим в сторону и сыграем наизусть. Постарайтесь, соберитесь, не забывайте, что у вас ансамбль немножко выходи вперед, чтобы тебе смычок в стену не упрялся. Не забывайте про Андрея Владимировича, пожалуйста, да? Свои намерения ярко демонстрируйте. Так, а они сказали пиано, как мы будем играть? Легко, изящно. Да, да, чутко, изящно, тонкая и трепетная вибрация, да? Проникнитесь. Покажите эту смену настроения и характера.